Сегодня прибыли мы в речку Илеть, потому что погода прям метет невозможно. Местами водичка вышла, ну после вчерашнего оттепели. По Волге практически везде вода. Ну ничего, проехали. Начинаем. Вот этот зверь, этот потаскун нас таскает. Вот. Немножко воды есть. А кушок немножко так пободрее пошел. И рыбы все разные. Сорожка, густерка, ерш, окунь. И все с одной лунки. Очень интересно. Вот это вообще непонятно. То ли елец, то ли голавлик. Ну, пускай живет. Ну, вообще интересно. Первый клюнул окунь, густера и сорожка, патвичка. Как ветром мотыляется. Вот ты как интересно. Попалась нам густера. Рыбалка вроде как налаживается. Капец, мы с одной лунки ёж попался. Окуня. Густерка. Сорожку на жерлицу поставил. Вот это да. Прям клев обрубило. Как будто какой-то хищник бегает. Попробую-ка я эту мелкую рыбку поставить на жерлички. А вдруг что получится? Глубина здесь вместе со льдом 0,5 метра. Он как залив, вот так. С обоих сторон камыш. Здесь река сама течет. Посмотрим. А вдруг попалась у нас первая рыбка. Небольшой кушок. Но хоть так. Мы же все-таки спрятаны от ветра. Пока я тут расставляю свои жерлички. Первые, которые в самом, как я говорил, мелком дне, 0,5 метра вместе со льдом. Блин, сработало. Ух ты. Крутит, крутит, крутит. Вот это прикол. На 0,5 метра глубине. Вот это класс. Даже гремит, как крутит. Есть. Иди сюда, родная. Сошла. Вот коза. А вымотала-то. Сошла, зараза. Вот это неожиданность. Ну как неожиданность? Нехорошая закономерность. Ждем дальше. Попалась у нас посерьезнее чуть-чуть. Плотовичка уже не живцовая. Но клюет очень слабо. Вчера было плюс, дождь. Сегодня минус 5. И снег. Поменял я луночку. И прям сразу с ударчиком клюнул. Такой небольшой. Но очень дрягачий. Что-то ужас какой-то начался. Густера вот такого микроразмера. Прям дышать не дает. Не знаю, куда убежать. Живец, можно сказать. Ну что это такое? Вот. Ну наконец-то. Вот.
взял хорошенький. Тоже на мормышку. Наконец-то. Может, пойдет. Красавец. Вот с одной лунки что только не клюет. И густера. Сорожка. Окунь. Вот такой вот. Хорошенький попался, конечно. Вот это вот точно голавлик. Предыдущий был не знаю кто. Голавлики пусть живут. Может, летом порадуют. Так, у нас загар. У нас загар. Идем, 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 идем. Ух ты. И дальний тоже. Вот это да. Вот это да. Ух, как крутит, меня услышала. Засранка. Услышала. Да. Я пришел за тобой. Леска кончится. Есть. Есть. Давай хоть ты не убеги у меня. Выходы. Интересно. Поднялся этот флажок. И дальний еще горит. Ай-яй-яй-яй-яй, какая бешеная. Иди сюда. На мало разворачиваться не хочет. Вот. Вот она, красоточка. Вот она. Наша полторашечка. Все. Бежим за дальним. Останемся без него. Ой, вперед, вперед, вперед. Одна. Так. Это не крутит. Которая первая работала. Нет. Даже малек целый. Просто маленько помяло. Здесь сорожка стоит. А там окунь. Сразу было загара. Вот это интересно. Стоит у меня 7 жерличек. Так, ну ладно. Мы уже с рыбкой. Первая щучка в этом году. Фух, красота. Вот еще лунка следующая. Как-то ищешь, ищешь. Раз сразу вот так несколько штучек. Окушки и сорожку, голавлик. И опять ничего. Как будто не было. Придется опять искать. Но на этом будем заканчивать. Рыбачил сегодня на мормышку. Клевал и ерш, и окунь, и густера, сорожка. И голавлики попадались.
так интересно было. Там главное от ветра спрятались. Сейчас жерлицы собрал. Я сейчас дойду, покажу, что мы поймали. Вот сегодняшний итог. Немножко рыбки в ящике. Ну, опять, наверное, килограммчик там. 2-3. И вот эта вот рыбулька наша попалась. Малявка, да? Жареха есть, коту есть. Складываем весь шмурдяк и вперед.